Всем привет! Вот смотрите, вылупились у меня малечки Анциструс Редовский. Вот буквально малькам сутки. Как можете видеть, у них еще есть желточек. Вот пока они желточек этот не съедят, мы их кормить не будем. Поставил им аэрацию сюда. Вот только вчера вечером они вылупились. Ну, я думаю, с желточком они будут несколько дней. Еще, думаю, пару дней будет точно. А дальше будем кормить уже их яйцом. Да и обычной сухой пылью и артемией. Так, ну а здесь у меня уже подростки. Им 3 недельки уже. Вот они у меня кушают капусточку, там вон тыковка лежит. Вот, ребят, можете наблюдать, тоже вот они, вот им 3 недели, размер уже сантиметр, а то и более, некоторые есть и покрупнее, 1,5 сантиметра почти. Это вот они на тыковке, на капусточке так вымахали почти за месяц. Ну а малечки эти все шевелятся. Вон одни глазки и хвостики видны. Ну все, пока-пока.